Они мечтают создать летающих роботов и поймать всех компьютерных взломщиков. В поселке Пойковском Нефтеюганского района школьники со всего округа устроили настоящую битву умов. Там прошел отборочный этап Всероссийского фестиваля по робототехнике. 34 команды представили свои работы в 4 номинациях: «Путешественник», «Шорт-трек», «Лего-башня» и «Робокарусель». В итоге лучшего робота-путешественника сконструировал Максим Казак из Когалыма. Его машина по прозвищу «Страйдер» прошла всю дистанцию без отклонений от заданного маршрута. Второе место в своей категории заняла Лина Мирсаяпова. Ее запрограммированный робот практически без ошибок собрал башню из конструктора. Отмечу, оба участника занимаются в одной школе моделизма и робототехники. А мечты у этих детей, кстати, совсем не детские. Есть мечта помогать людям бороться с хакерством. Я хочу создать робота, который мог бы летать.